Во-первых, я хочу передать вам искренние приветственные слова президента Кыргызской Республики Сооронбай Шарипыча. Он передает вам пламенный свой привет. Во-вторых, хочу поздравить вас с успешным, скажем, победоносным, скажем, такой работой над коронавирусом. На сегодня мы наблюдаем, что Беларусь уже успешно борется и уже побеждает коронавирус. Бог пожалел нас, наверное. Да.